Камчатские пограничники уличили лихтеровоз «Севморпуть» в нарушении режима российской госграницы. Погрануправление ФСБ по Восточному Арктическому району выяснило, что в прошлом году атомный лихтеровоз несколько раз пересек государственную границу, не сообщая об этом ведомства. Судовладельца Федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот» по административной статье штрафовали на 200 тысяч рублей. Предприятие оспорило решение в арбитражный суд Камчатского края, но безуспешно. Арбитраж с решением пограничников согласился, сообщили в суде. С атомным контейнеровозом «Севморпуть» Камчатка связывает большие надежды. Доставка грузов этим судном из европейской части России на полуостров обходится гораздо дешевле и быстрее, ведь оно идет по Северному морскому пути. Так, в прошлом году лихтеровоз доставил на Камчатку и Санкт-Петербурга 149 контейнеров и 48 металлоконструкций, а обратно увез почти 50 контейнеров с рыбопродукцией.